Всем привет, с вами Джага, мы продолжаем играть Binding of Isaac Afterbirth Plus. Дневные прохождения, вот у нас следующее, это лично Азазель. Сейчас мы им пролетим куда надо и всех расстреляем. А тут всего-то до бумажного сердца, вроде недалеко. Ой, сразу дают такую интересную вещь, повышение дэмэдж. Зачем, не знаю, но в принципе и так с дамагом неплохо. Но, конечно, больше лучше. Много, немало. Карта Джастис, которая дает всякого. Ну, на всякий случай, бомбы, конечно же, пригодятся. Это же секретная комната, это же камни с крестиком. Вон сколько этих бомб выдают. Прям спасибо, что задел. Это я старался очень. А где же тогда тут у них секретные комнаты? Возможно, одна где-то тут. Я бы тут положил секретную комнату, и она тут действительно лежит. Или, подождите, такого слова нет. Надо говорить «поклал»? Что надо говорить? Короче, я не знаю. Devil — это отлично, Death — это тоже отлично, но The Fool, хотя зачем оно? Нет, The Fool как раз пригодится. Поскольку дома Eat Lives, значит придется... Это вторая мамаша, по сути. Второй бой с мамашей. Значит, можно попытаться успеть к босс-рашу и что-нибудь там стыбрить. И самый читерский для этого персонаж, конечно же, Азазик. Во-первых, он летает у него, выстрел серый, и... У него есть сразу карта фул, которая позволит спрыгнуть с босс-раша просто вот на ровном месте. Мои любимые, нелюбимые призраки. Давайте-ка мы их будем убивать побыстрее. И по скилловее. Хотел сказать, но по скилловее. Конечно. Сейчас бы вот так вот и попасть под его раздачу. Некие пилюльки. Ну, давайте глянем, что нам за пилюльки предлагают. Бело-голубая. Health up. Хорошо. Полное здоровье. Вообще здорово. Pretty fly. Вот все отличные пилюльки. Я прям даже не знаю. Если бы не карта, я бы эту пилюльку взял. Она классная. Пополняет все здоровье. Все красные сердечки. Но, ладно, нам нужна карта full, чтобы не искать какую-нибудь другую карту. С телепорт... Как оно взорвалось-то? Что, издевается, что ли? Каждый паученыш решил задеть нашего персонажа. Это, типа, дело чести у них. И вообще там тупик, но, возможно, там где-то секретная комната. Но это не точно. Ключики есть, отлично. Мы можем зайти и взять что-то хорошее. И это что-то хорошее, святая вода. Почему она тут? Я не знаю, но ладно. Ну, по крайней мере, ее не будет где-нибудь в пуле ангела. Уже хорошо. Будет ли комната с ангелом? Вот это вопрос. Вот нам этих двух мух не хватало вот ни разу. А вот я не понял, а вторую кнопку нажали, что случилось? Ничего, просто так, монетку дали. Дали монетку? Вообще ее дали? Какие гады, успевают плюнуть до того, как сдохнут. Фу таким быть. Да опять задето. Сколько можно? Магазин 4 монетки. А давайте глянем, что в магазине. Вот нам надо, просто надо это серое сердечко. И все тут. И мы его купим. Вот так вот. Ну, больше за 4 монетки тут ничего не взять. Желтые пилюльки, которые дают еще одну муху, нету, к сожалению. Значит, пошли так. Мы никак до босса-то не дойдем. А уже 3.19. А это монстро! Вот там и стой, глупое монстро. Там и стой. И никуда не уходите. 3.34, в принципе, терпимо. А, так это второй босс. Size down speed. Что это такое? Retrovision не хватало. Ненужная книга, которую мы брать, конечно же, не будем. Просто заберем сердечки, потому что вот они лежали. А что такого-то? Это не считается со сделкой, это просто так лежало. Отличная комната, в смысле, нет. Ну, не хватает, конечно же, длинного выстрела серы. Или как большого по размеру. В общем, язычок серы маловат что-то. Карта мира, покажи нам карту. Вот что она нам показала. Хочешь, не хочешь, а иди через большую комнату еще раз. Это вообще нехорошо. Ну как? Вот это минус игры за Азазика.
когда надо убивать вот таких врагов, которые взрываются. Ну, например, этих мух. Ты их попробуй убей. С таким маленьким... Я не знаю, что это за пилюлька такая. Не хочу эту запилюльку брать вообще. Есть подозрение, что она, ну, совсем нехорошая. Ну, или просто нехорошая. Потому что, по-моему, все хорошие. Ну, кроме там всяких... Слушайте, а может она действительно хорошая? Может это та самая пилюлька, которая увеличивает дальность выстрела? Или уменьшает дальность выстрела? Вот. X-Lax. Вообще ни туда, ни сюда. Как здорово-то, что я сюда зашел, а тут неизвестная пилюлька. Поэтому мы возьмем ключик и пойдем посмотрим, что же в комнате с артефактами. Там делается следующее. Это мы берем. Повышаются все характеристики. Чутка повышается дальность стрельбы. Дальность стрельбы, Карл, это то, что надо. Вот сейчас бы еще тут была пустая комната. Комната пустая. Ой, отлично, ключик. Секретная комната, в которой вот бомбу дали. Ну так ведь здорово же. А что дают в комнате с боем? Неизвестные сундуки, возможно, хорошие. Красные сундуки, там может быть паук, может быть троллейбомба. Все, что мы любим. Так, а где же еще одна секретная комната? Наверное, она вот здесь. Где еще быть-то? И в ней мы находим... Супербол. Который... Что он дает? Что-то изменилось? Ничего. По идее, некоторые слезки должны теперь отражаться, но... Это, как говорится, если были бы слезки, а тут же у нас выстрелы языком серы. Или, ну как сказать... Столбом пламени серы. Почему, кстати, она сера называется? Вот какая досада. Нету комнаты с нечистым, с чистым, ни с кем. Но зато у нас две защитные орбиталки уже. Одна из них муха и одна вот эта вот... Мид-кьюб. Мясной куб. Так, 6-16. А какой это уровень? Я что-то потерял счет уровням. Третий, что ли? Четвертый? Четвертый уровень уже? Ну, здорово, конечно. Как все... Вот сейчас тут еще гадкий гриб взорвется. А он взорвется так, что взорвет еще и грибы вот эти вот. И все вместе получим... Ну, в смысле, персонаж получит... Странно, гриб не взорвался. Это какая-то неисправность игры. Обычно все взрывается и задевает персонажа. Особенно, если Азазик это. Потому что у него дальность-то языка серы махонькая. Но вырастет, может, побольше будет. А сейчас-то махонькая. Отвратная мини-монстро. Ненавижу просто. Лютой ненавистью. Вот и зачем это все? Ну-ка. Помощничка дали. Редкий случай. Валить отсюда надо. Вот что я решил. Возможно, тут секретная комната где-то есть. Но это не точно. Тентакливый паук. Вот ну как так? Зачем сюда? Не хочу сюда. Можно мы отсюда уйдем, никого не убивая? Это же можно устроить. Вообще не хочу их трогать. Ну, вот это было оно. Чё, боялся-то? Все нормально получилось. Карта, какая карта? Team Prince. Говорится, спасибо, не надо. А может тут вот как раз секретная комната? Как раз нет. А жаль. Азаль. Гадкий гюрлингс две штуки. Да еще и стреляет. Магазин. Это не магазин, это библиотека. А возьмем вот это. Также вот это возьмем. Для чего мы это возьмем? Ну, вдруг мы найдем еще одну книгу и будет книжный червь у нашего персонажа. В смысле, соберем набор книжного червя. И тогда он будет дамажить выстрелом серы вдвойне сильнее. О, как их... Вот так бы их всех сразу. А не факт, что нам сюда, но... Ладно. Так, комнату с артефактом мы так еще и не нашли. Собственно, она может быть где-то вверху тут. Нет, говорит игра, не ходи туда, там нету ее. Поверить, что ли? Да вы что, издеваетесь? Нет, вы... Так, я не хочу наверх идти, давайте сюда. А тут сейчас будет все нормально. Ну как все нормально? С
совсем нет. Ай-яй-яй, ну вот оно, началось, эти взрывы, которые... Блин. Ну что творится-то? Просто со всех сторон. Тут может быть либо вверху, либо внизу секретная комната. Либо нет. Либо вот она. Отличная секретная комната. Все секреты мира, вот они. Подаются в виде... Вы поняли. Так, на крайняк можно из большой комнаты убежать сюда. Да что ж такое? Не хотят нас пускать в ту комнату. Там наверняка что-то хорошее. Да ладно. Конечно, хорошее. Целое стадо скелетов. Ну, понятно, что тут комната с артефактом, все дела. Это специально тянут время, чтобы мы не успели к босс-рашу. Вот для чего это делается игрой. Специально. Гадкая игра делает такое с нами. А что делать-то? Ну, приходится терпеть. Это не монетка, это батарейка. Что дают? Кровище. Ну, ярость. Типа как у Самсона, но... Ну, ладно. Теперь бы еще тут что-то классное найти. За 15 монеток батарейку, но... Нет. Нет. Не сейчас, не сегодня. Опять перекинул черти куда. Нужно еще одну где-то найти книгу. Ну, сейчас мы, может, после босса зайдем в комнату со сделкой. Или это будет комната, ну, например, с ангелом. Почему нет? А че он не сдох? Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Все, сдох. Как просили. Плюс одно красное сердечко, а вот почему-то не пустили. Надо было включить книгу-то зла. Че она не работает? Просто взял и так ходит, типа... Помахивает книгой. Неизвестный золотой сундук. Нет. Так, а что за уровень-то? Стоп, уровень... Ага, это еще предмамашевый уровень. Состояние предмамашевое. Вот, ну... Ну зачем? Такое. Хоть считается, что их там добил или нет? Сейчас зашли, они опять все тут. Нет. Ну и хорошо. Секретная комната, появись. И в ней жадность. Не то чтобы плохо, так вот тут совсем. Мини-монстрой, это ужасно. Зато дали денег. И ключик, и сказали, вали отсюда. Ну-ка тут вверху, что за комната? Просто тупичокс. Давайте сюда глянем. Ой-ой-ой, вот тоже та самая ситуация, когда размер имеет значение. Имеется в виду размер, дальность выстрела. Да ж ты, гадина, прыгнешь. Не успел прыгнуть. Толстяк не успел прыгнуть. Что случилось с игрой? Так, так, так. Тут у нас проблема. Вот это брать нельзя точно. Надо вот это брать. Тушь, она увеличивает дамаг. Но замедляет стрельбу. И заряжаться, перезаряжаться выстрел серый будет еще больше, чем он сам по себе перезаряжается. Это не весело. Плюс он, по-моему, в два раза уменьшает дальность стрельбы. Да тут такая дальность, что я даже не знаю, как с этой дальностью нормально-то играть. Нет, я знаю, но это тяжело. Так еще в два раза меньше. Хермит тоже неплохая карта, но ладно. Нам как раз вот устраивает эта карта. Магазин, 22 монетки, самое оно. 23 монетки. И ключей хоть объешься. Вот тебе карта, говорит игра. И не говори, что я тебе не давала карту. Серое сердечко. А возьмем и возьмем, почему нет? А детонатор не возьмем, потому что зачем? Ну теперь мы хотя бы знаем, куда идти точно. И что интересно, выбор-то невелик. То есть все равно бы я пошел именно... Самый последний момент именно сюда. И это опять про то же самое, что выбор вечно получается неправильный. Секретная комната, либо вот здесь. Нет, тут точно нет. Значит, где-то вот, например, тут. И в ней, например, что-то может быть. Или нет. Или может быть. Ой, ладно. Сейчас еще вот об костер обжечься осталось. Это вообще будет... Не по-демонически будет. Троллибомба. Серьезно? Вот так вот троллибомбу? Это обидно.
Из-за дела же! Я сбагоен. Давайте все это взорвем, может тут будет... Черное сердечко, конечно же. Ну, дэмэдж-то усилен. Просто должно одним выстрелом убить, но нет. Еще один мясной куб, это и хорошо, и плохо. Сильнее дамага вообще не надо. Нам бы дальность увеличить. Можно еще одну книгу где-нибудь взять, так, ну, почему бы нет? Чтобы книжный червь был. Ну, а так-то что нам? Дальность увеличивать? Где-то что? Понятно, босс внизу справа. А где же тогда комнаты со всяким хорошим? Монетка. Это всякое хорошее, можно сказать и так. Вот еще комната с всяким хорошим двумя порталами. В смысле, нет. Нехорошим. Как нету секретной комнаты? Я-то думал, она тут. Маджишин, отличная вещь, но нет. А вот и комната с артефактом. Так бы я ее и нашел сразу. Ага. Если бы не карта. Хе-хе. Внезапно тут плюс одно красное сердечко. Даже возьмем и возьмем. А мешочек мешочков выдает нам мешочки. Классно. Так, ну большая комната. Идти-то больше некуда. Минус один. Их четыре наверняка. И один опасно быстро бегает. Ну, как казалось. На самом деле это казалось. Сейчас бы нам еще вот этого паука-генератора. И муха-генератора. И все это в одной комнате. Некая черная руна. Но нет, мы ее не будем использовать. Она уничтожает все, всех врагов в комнате. Но если по глупости нажму ее в той же комнате, где уронил карту фул, то, собственно, она пропадет тоже. Не хочу, не надо. Ахаха, прекрати. Да, можно было где-нибудь ее использовать, а потом вернуться за картой. Но я бы забыл карту. Короче, все. Что-то не то, ну ладно. Серое сердечко, а нам как бы и не надо. А давайте реролим, вдруг что-то классное выпадет. Пауки выпали. Это ли не классно? Ну как бы ответ на вопрос кроется в самом вопросе. Ненужная ерунда. Это ли не классно? Не классно это. Так, пилюлька, это помню, это надо желтую пилюльку, чтобы... С боссом можно будет что-нибудь выбрать, хорошо. Ну и все. Ну и хватит на пилюльку. Нам нужна желтая пилюлька, давай, желтая пилюлька, появись. Так не такая же. Короче, ничего ты, игра, не понимаешь. Тут босс, правда? Нет. Тут не босс. Такое ощущение, что дальность выстрела меньше стала. Возможно, это мне просто нервное. И кажется, показалось. Сейчас бы еще с ними разбираться. А давайте мы не будем с ними разбираться, а тупо свалим. Это благородное тактическое отступление. Ну-ка, гурди появились. Ты уже мамаша? Да? Так быстро? Что-то пошло не так? А я что-то думал, что это еще только предмамашный уровень. Запутался. Ну, сейчас мы разберемся с этими вашими мамашами. Так и не включил со страху эту чудесную... книгу. Значит, что нам надо сделать? Зайти и глянуть, что тут дают. Дают такое ненужное, что даже смотреть неинтересно. Вот серьезно? Это нам такое хотят подсунуть? Такое барахло. Фу. Дальше. Еще денежки. Ну ладно. Например, белый слайд нам все равно, что брать. Что тут предлагают? Нереально отстойные вещи. Вот ну, совсем ненужные. Да свалю я отсюда. Еще я за эту ерунду буду тут переживать, биться. Нет. Черная руна. Ух, да.
Тавр. Нет, ну давайте черную руну. Сейчас мы. Я знаю, где ее использовать. У меня есть заготовка домашнего задания. Все-таки нету книги. Одной книги не хватило. Вот здесь, черную руну использовать. И это не помогло! Обалдеть! Как же здорово сработала черная руна! Какая же она полезная, нужная. Короче, нет. Ты кто такая? Аддиктед. Ну ладно. Ну, собственно, все. Секретные комнаты. Может, тут секретная комната какая-то. Появись. Ууу, как мы умеем. Но секретной комнаты нету. Может, она вот здесь как раз? Ха-ха-ха. Нет. Короче, где секретная комната, непонятно. Идем в следующий уровень. Еще тут эти комнаты искать. Не для того цветочек растили, чтобы тут комнаты искать. Куда вот тут идти? Ну, наверное, вниз, влево. Где еще может быть этот гадкий босс, как не там? Секретная комната. Где она может быть, кроме как не тут? В смысле, тут? В смысле, фу, какая пакость. Уйдем, зайдем, и ничего толкового не поменялось. Уходим. Вот, ну, совсем не хочу с ними разбираться. Не надо мне это. Какая-нибудь классная карта. Карта солнца. Она нам пригодится в следующем уровне. В принципе, мы в этом уже все, что надо, рассмотрели. Секретную комнату нашли, которую могли бы найти с помощью этой карты. Так что мы ее потратим только в следующем уровне. Который, по идее, должен быть последним. Ну, так должно быть. Так-то оно, может, и не так. А есть тут какой-нибудь камень с крестиком, например? Или, возможно, тут есть секретная комната? Ну, похоже, ее тут нету. А может, она где-то, например, вот тут? Вообще нет. Да ладно! Нам эти секретные комнаты не нужны. Ну, конечно, вообще-то, если она вот тут где-то. Вот здесь вот просто. Ага! Ну, такая, на самом деле, комната. Ну, типа, секретная. Чё дадут? Сейчас еще кипера взорвем, и в нем окажется ничего. Да, собственно, можно и карму взять. Если бы она еще дальность стрельбы увеличивала, это было бы здорово. Но нет. Итак, какие-то подушки. Подушки-подружки, назовем их так, хотя, конечно, у них другое имя. И не факт, что это подушки. И не факт, что это что-то вообще цензурное. Так, все бы хорошо. Еще одна карта солнца. Нас вот даже пускают в комнату с ангелом и предлагают что-то взять. Ну, даже не знаю, давайте вот это возьмем. Будет летающая монашка. А еще возьмем красное сердечко вот это вот. И это же плюс повышение удачи. И переходим в следующий уровень. Что же нам тут предлагают? Предлагают нажать карту солнца и посмотреть, чего же мы тут можем увидеть. Ага, есть секретная комната и это сокровищница. Возможно, библиотека. Нет. Библиотеки не дали. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Эти ваши... Ух ты. Ух ты как. Как же можно? Чисто ему в морду бить. Ну или в хвост. И в хвост, и в гриву. Съедено. Или нет? Минус один. Ага. Знаем этих ваших гурлингсов. Минус два. Минус три. Ёлочка, гори. Только ее тут нет. Или она будет красного цвета. Так, а в комнату с боем почему-то нельзя зайти. Это непорядок. Вторая жадность. Я что-то не понял. Я же взял карму. Это же та самая штука, которая должна была убрать появление жадности в магазине. Нет? И в секретных комнатах? А что теперь даже так не пускают? Серьезно? Это вообще законно? Что они тут вытворяют? Ну и ладно, не очень-то и хотелось.
Да вот, вот это специально так и сделал, я знаю. Вы думаете, что это нечаянно попало? Нет, это специально. Ну, это не точно. Секретная комната, еще одна. Где она может быть? Ну, предположительно. Это уже не надо. Спасибо. Чтоб я еще сюда раз зашел. Секретная комната? Да к черту такие секреты. Еще бомбы. А, так, с этим понятно. Сейчас он получит свое хороших. Это там. Как дурачок сам забежал на шипы. Но тут ничего не сделаешь. У него такая судьбина. Он должен повторять движение. Белая пилюлька. Экслакс. Это нам не нужно, в принципе. Хорошо. Секретная комната. Неужели тут? Ну вот. Черная сила. Отлично. Лучше и быть не могло. Здрасте. Еще один глазеныш. Хорошо. Ну, сейчас-то нормально. А вот что я не включил-то? Ну, сейчас начнется получение по морде. А вот так вот если. Скидыш. Ха-ха-ха-ха. Получи же, получи. Белое сердечко дали. Там был еще мешочек, но я его не взял. Обидка. Я не хочу смотреть на эти цифры. 1585 и 1333 по времени. Какой ужас. И это всего-то пройдено за 23 минуты 58 секунд. Довольно быстро. Ну и ладно. Все равно пройдено. И что главное, успешно. Как всегда. Всем спасибо за внимание. С вами был Джага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.